конечно, брать. Вдруг черного встретим. Ты все еще веришь черного брата? Верю. Ладно, возьми. Едем в поход. На велик. На сядинку. Черного прапора убираем. Едем не на великах, а пешком. Едем. Ну вот, мы поехали. Поезд. Вот мы и приехали на Солзу КПП, и ехать нам еще, ой, ехать, идти километров 15-20. Собственно, вот и уехал наш поезд. Теперь идем. Думаю, что надо использовать, применять правила и их потом соблюдать обязательно. В колодцы не залезать, не спускаться по ржавым лестницам, а также наверх зданий тоже по ржавым лестницам не подниматься. Может быть, попробовать там на отрыв, там, не знаю, висом двух человек. Вот. Потому что всякое бывает. Ну. Только объясни, что за здание, что за колодцы, а то это непонятно. А что ж непонятного? Я не объяснял ничего. Ах, ты не объяснял? Ты не говорил, куда мы идем? Я говорил, что мы идем на Сязингу за черным прапором. А. В общем, есть тут такая легенда. Сязинга — это маленький ручеек, ну. Речка, скажем так, такая болотная. Впадающая в море. И на берегу, в районе вот этой реки, заброшенная воинская часть. Там деревья сквозь плац проросли уже, и казармы стоят пустые, хлопают там ставнями. В общем, есть такая легенда, что черный прапор кричит и требует дембеля. Многие люди слышали, кто-то не возвращался оттуда. Вот. Собственно, конечно, мы в эту легенду не верим. Мы вторую часть видим из гор. Идем ее просто опровергнуть. Вот. Ну, если что, камеру найдете. Ну, как обычно это бывает. Как обычно бывает. Ну ладно. Начало положили, да? Да. Земные маслята? Земляные, а не земные. А. Но они земные, как и все грибы. Вон там море, а дальше город. Ну, идем. Ну да, не похоже. Да, шторма здесь такие. О, пропавшая. Непонятно, непонятно. Идем мы по лесу и видим стрелку. Возможно, она показывает Тайбалу. Тайбалу. Сейчас пойдем. Выясним это. Пойдем обратно. Ничего здесь нету. Идем обратно. Эй! Эй, снимаешь на видео? Да? На телефон я снимаю, не на видео. Это не телефон так-то. А, фотоаппарат, да. Я снимаю не на телефон, а на фотоаппарат, на видео. Такой мостик не пошли. Остудиться не хочешь? Нет. Если что, расскажешь, что видели двоих. Ну да. Типа, что не вернулись, да?
что, богатырь? Кусаем. Да что такое-то, она все пытается развиться. Я немножечко вот тут. А еще нас спасет береговая охрана. Да не еще, вон, нас с той стороны нас обложили вообще. Вон там он фигачит, видите. Дождь. Дождь. Кислотный. Вот. Вот там береговая охрана. Причем они знают, куда мы идем. И нас уже там ждут. Сюрприз устроить. В общем, звоним в полицию. Мы вот сейчас покушаем и двинем дальше. Такие пироги. А вот и человек. Непонятно кто. Непонятно зачем. Непонятно зачем это нам. Откуда? Да. Видно? Нет вам. Шел к нам, сейчас от нас идет. Ну ладно, вроде по пути так догоним. Забрели мы, блин, в глиняные дебри на берегу Белого моря. Кошмар. Берцы просто в говно. Вроде получше стало. Ну клево так. Вот оно, волшебство в чистом виде. Показывай. Куда нам идти? Куда идти? По-моему, значит, как раз таки вот дальше. Идем еще раз посмотрим. Дома. Вот наше препятствие. Река. А там домики для ночлега. Куда там? Идем, идем. Вода холодная. Течение сильно сносит. Собственно, вот и дом, в котором, может быть, мы будем ночевать. Да, ты боишься. Или нет? По-моему, ламинарий называется. Морская капуста. Капуста, конечно. Все дело в капусте. Чем больше капусты, тем морской. Тем морской человек. Тем морские человек. Да. Прапора-то видели? Мы-то видели. А вы-то нет? Ты что, немножко заснял? Немножко. Че там заснимешь? Вот те вот рыбники, они горбушу-то не брали с собой. Небось, да? Снимают там этих. Ну, сигов наверняка, сигов снимают. Оу, как рыба какая. Уа, горячо-то.
Ух. Ух, ах. Угагаш. Угагашеньки. Ночью будет дождь. Мы так предположили. Что тут положили-то? Вон он. Вон он. Ну, нам тут не видно. Так, вот мы в домике. Играет радио, вот спит папа, ну уже и уже не спит. Какой нафиг папа, блин? Вот моя коечка с моей шапочкой прайсовской. Все мы вооружены, я с пистиком и с ножом, папа с ружьем. То бишь, если кто-то к нам заявится, он будет встречен во все аплодисменты. Папа забыл, как это делать. Доброе утро, камера. Доброе утро, папа. Ставится на предохранитель. Так, ага. На нее. Выше взял. А, нет, ты попал. Ну, вон твое нижнее лезет. Да. Видишь? Ну, потом, наверное, как-то вот так вот поскользить. Осколки-то полетели вообще далеко в море. Не видел разве? Нет. Также стреляю, ну вот, на нее. Ждем битый час, пока закипит чай. Нигде не может закипеть. Так, красота. Красота. Вот мы и покидаем дом, в котором переночевали. Да. Ой, бляха. Дошли мы до колодцев. И тут была колючая проволока, на которую я зацепился и порвал все штаны. Да. А там вход под землю, дамы и господа. Ну вот, вот вам и сооружение в лесу. А еще я слышал там какие-то шорохи. Да, дела.
большая труба. Это сязень, да? Да. Ну, скорее всего. Да. Вот мы свернули с железной дороги. О, домик. Ух ты, это да. Там шипит маленькая гадюка. Он, кстати. Давай. Домик в камуфляже. Вот мы и вышли в новое место. Якобы заброшенная воинская часть. Я чуть не обкакался. Ну я не обкакался, но чуть не помер, наверное. А это всего лишь деревья скрепились и скрипят от ветра, пипец. Ой. Вон они там, видишь, обтираются. Ага. Да. Тут и посидеть можно. Следующий дом. Что там? Видно что-нибудь? Да, ну надо с той стороны выйти. Бугага. Это какой-то дом. Я нашел. Что нашел? Что это? Нашивка. Нашивка? Да. Прапора? Херово. Да ты бы я. Жесть. Ах. Жесть. Прошу. Да. То, что с карты-то видели? Ветер такой, будто нас что-то гонит. Если отсюда вы не уйдете, здесь и останетесь. Плац, видимо, какой-то. Но если там он склады, разговор. Может, подъездная какая-то дорога для разгрузки тут что-то. Ну чтоб еще ради этого всего делать плотину какую-то. Идеальное убежище для рейка.
это дела. Ну тут, видать, забор, да, дом? Что ж, теперь снимаем на камеру. Да. Там, видать, койка чья-то была. Там. Ох, твою мать! Тут все ломается. Работаем. На меня не надо капать. Ну, это походу какая-то казарма. Ну, два. А на второй этаж? А, хотя лестница вот, походу-то и нету. Там то же самое, да, это казарма, да, получается? Так, это военная база. Я не покидал ощущение, что там кто-то может быть за нами смотреть. Что, теперь мы идем? Куда мы идем? На Солзу идем, да?